В зале администрации собрались представители двух конфессий – мусульманства и христианства, а также сотрудники различных ведомств. Совместно участники встречи обсудили ряд важных вопросов. Один из них коснулся безопасности религиозных объектов, храмов и церквей. В связи с ноябрьскими событиями – это угроза террористического акта и пожар в двух православных храмах – Ришат Хабибуллин напомнил о необходимости занятий по линии управления гражданской защиты с работниками религиозных учреждений и прихожанами. Кроме этого, был затронут еще ряд вопросов. Отец Дорофей выступил с докладом о проведении вторых епархиальных образовательных чтений в Нефтекамске. А представители мусульманского духовенства поделились планами о выборе делегатов, которые будут представлять наш город на 7-м отчетно-предвыборном съезде Духовного управления мусульман Республики Башкортостан.